Всем здравствуйте, мы живем в Германии. Это мой первый отзыв. Моего сына зовут Костя, ему 4 года и 7 месяцев. Он не разговаривает, это наша самая большая проблема. 23 октября мы начали лечение в клинике БР Давид. Наш первый сеанс длился минут 20. До начала сеанса ребенок сосал соску, но я дала соску, он просил у меня, чтобы тихо он спокойно мог посидеть, потому что он очень активный. Когда во время сеанса Давид это увидел, он поговорил с ребенком, сказал, чтобы он больше не видел его соской. Вот. И уже как месяц ребенок перестал ее вообще просить. Это, конечно, большое чудо. Спасибо большое Давиду. Во время следующего сеанса ребенок очень активный был, очень сильно шумел. Вот. Но когда начался сеанс, он успокоился, сел спокойно возле меня и спокойно играл. Во время последнего сеанса, сеансов у нас было 5 за это время, вот, он сам пошел, включил свет и пошел в туалет. До этого дня я его всегда водила сама в туалет, он не просился. Вот. Это, конечно, большие результаты за этот промежуток времени, короткий. Конечно, большое спасибо Давиду. Ребенок стал спокойнее, очень активно стал высказывать как бы свои мысли. Ну, как вот вам сказать, он на своем языке очень активно стал говорить всякие звуки. Вот. Так, у меня такое складывается ощущение, что он скоро начнет говорить. Дай Бог с Давида помощью. Теперь немного расскажу о себе. Ощущения после сеансов у меня очень положительные. Я очень хорошо себя чувствовать стала. Я стала спокойнее. Все тело мое расслабляется во время сеанса. Внутри меня я ощущаю прилив энергии. Вот, у меня до знакомства с Давидом очень сильно как подергивал левый глаз, то сейчас меня эта проблема больше не беспокоит. За все, конечно, большое спасибо Давиду. Я очень рада, что мы с ним познакомились. Вот. Обращайтесь к Давиду, он помогает всем, поможет и вам. Вот. Дай Бог вам здоровья, Давид, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Я думаю, у нас все обязательно получится. Спасибо большое за внимание.